Меня никто не любит. Я урод, я мутант, у меня два хвоста. Чё за? Он такой же урод, как и я. Я нашел такого же, как я. Эй, урод, стой! Стой! Отдай кошелек! А ну стой! Верни деньги, мудила! Я столько задолжал Сонику, что он уже деньги прямо из рук у меня вырывает. Ему нужен Эзмеральд Хаоса, точно. Похоже, мне придется быстро найти. Опа, это же Эзмеральд Хаоса. И топ! А, ну ее нахер. Йо-хо, йо-хо! Не злорадствуй! Привет тебе, дружок! Ну как дела? Хаос — это власть, мощь, усиленная сердцем. Меня звать Тикай, а тебя как? Все это время я говорил с лягушкой! На чем я остановился? А, да, Эзмеральд Хаоса, прекрасненько. И наконец пришло время. Этот новый план должен сработать. Да, я выжег утюгом почти все проблемы. Я починил троллейбус, он должен работать. Так вот вы где, мертвецы. На яйцевозку, ну. Все прекрасно, Тейлз, пораньше, отличный план. Который я только что придумал. А теперь как же нам одолеть тех парней? Ты достал его! Вперед! Наверное, он хотел сказать, ты достал меня, но потом резко передумал и сказал все-таки его. Сближаемся в упор! Дэйл, надо сесть на вот эту яйцевозку! Опачки! И у нас тут проблемка! Что делать? Я забыл установить посадочное шасси! На этот раз они крашнулись for reals. Вау, здоровая штуковина! Хватит таращиться, надо найти ЗМИ! Точняк, браток, пара пустяков! Без понятия, Соник! Ты не представляешь, что корабль может! Хочешь получить урок? Ахахахаха! Вау, он превращается! Что там видно? Ха, давай, я вызываю тебя! Вот, получай, Айкин! Соник, Тейлз, вы! Все вон! Вообще все! Это все, что мне вправду нужно! Гамма! Замочи этих злых тараканов! Дай им по полной тяге! Получай кастрюлю с болтами! Остановись же, Тейлз! Не трогай его, ты! Быстро, Тейлз, хватай змей, вали-ка отсюда! Ну так что с тобой, а? Я найду Зигмана и положу конец его путям зла! Иди ко мне, киска! Вообще похуй. Мне уже конец. Хаос был побежден, и теперь моя яйцевозка уничтожена. Неважно. Я уничтожу эту площадь станции. Ой, нет, это же подделка. Я в это совсем не верю. Пойду и разберусь с вопросом своими силами. И Зигман отправился в далекий Китай. Я возьму этого грязного Зигмана. Значит, ты обогнал меня ракетой, паразит несчастный. И заставлю тебя платить за все это. Но мои деньги у Соника. Ты идиот. Прочь, пока я тебя не нафаршировал луком. Я не боюсь. Никого я не боюсь. Да. Я способен. Зи, у меня вышло! Я сделал это все руками! Не понял! Ты не смешно,
вернись! Мы так не договаривались! Если я снова поцелую, ты пропеллер ебаный!